Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть Portal 2. Итак, на чем мы остановились, я уж не помню. Сейчас давайте вместе вспоминать. Было, пока я была без сознания. Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, так. Кэролайн, подарочные сертификаты готовы? Картошка. Почему я? Это кто? Да что тут вообще происходит? О, мне надо перепрыгнуть вот это. Отлично. А как это можно сделать? Так, ну для начала давайте войдем туда. Опа, мы оказались здесь. Так, а это что за жижа? Минутку. Это что за жижа? Ну-ка, давайте закидаем, посмотрим. О-о-о-о-о! Ну так-то неплохо, да. Давай еще вот так вот. Классно. Не знаю, что это, но нам этого надо много. Мне не жалко. Так, мы покрасили все. Так. Нету, да? Понятно. Так, давайте посмотрим. Ой, это ускорение какое-то. Так, надо что-то положить, да? Так. Это скорость. Что-то скользящее. Так. Мне вот здесь вот надо. Ага. Так. Подождите. Мне там-то синий надо. Получается, если... Ладно. Я как понимаю, здесь тоже что-то надо. Скользкое это. Скользкую дрянь эту. А как нам ее достать? Понятно. Так, для начала давайте. Так, надо нажать. И потом туда успеть. Вот так вот. Так, потом туда успеваем. Так, надо... Красный, не забываем, красный. Блин. Так, что-то я маленько запариваюсь. Блин, блинский. Что-то я упускаю. Выше прыгать я не стал. Так. Если я нажму, блин. Так, один портал, если там остается. Так, один портал оставляем здесь. Вот здесь один оставляем.
Так, один вот здесь оставляем. Синие там оставили. Розовый здесь. И теперь вот так вот. Ну-ка. Вот все. Все правильно теперь. Так, теперь здесь. Так. Ускорение. Кубик. Пойдем со мной. Кубик, Рубик. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Пойдем. Тут главный разбег. Взять разбег. Опа. Здорово. Так, а что тут надо сделать? Кнопка там. Надо синюю где-то взять, значит. Где у нас синяя-то? Ну, добрались мы сюда, ладно. А здесь-то куда? Так. Или я где-то что-то упускаю. Как мне? Так, ага. Синяя там. Оранжевая там. Ну-ка пробуем. Ну, надеюсь, там все запарафинило. Так, это оранжевое. Ага, нет. Вот так надо. Да, куда вы? Тихо. Или прыгать мне так надо будет. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, мне надо там как-то так вот прыгнуть. Так, оранжевое здесь. Там располагаем, значит, синие. А теперь оранжевую, как я понимаю, вот здесь. Так все равно не получается. Так, давайте-ка посмотрим тогда, как можно. Ну-ка, если вот так попробовать. Тихо, тихо, тихо. Если попробовать вот. Вот так вот. Я сумел. Ясно. Эмоциональные всплески требуют больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Так. Но спокойно. Где-то что-то... Ага, синяя жижа. Так, синяя жижа. Ну и... Тут красная жижа. Хорошо. Мне надо... Чё?
перепрыгнуть. Так, так что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. Я даже не знаю, как так. Давайте смотрим. Нет, не так. Значит, это должна быть скорость. Жижа скорости надо. Давай. Так. Блин, еще разок. Хотя, подождите, вот такой вот вариант не рассматривался уже. Блин. На. Так вот. И. Так. Надо разбежаться. Потом прыгну туда. Нет. Маленько не так. Блин, да что ты сюда-то жмешься, тварь? Не получается. Так. А если... Блин. Вот так. Надо как-то... Блин, блинский. Так. А, вот, все, понял. На. А, нет, сначала надо эту скользкую дорожку сделать. Так, скользкую дорожку сделали. Теперь. Вот так вот. Все. Вау, что-то мы далеко. Аж перепрыгнули эту штуку. Я ж не знал, что мы так прям взлетим, как ракета. Вот так. Только мы куда приземлились-то? Нам-то туда надо. Так.
Вот так. Стой, стой, стой. Я еще ничего не сделал. Астронавт, герой войны. Прекрасно. И олимпиец. С вашей помощью мы изменим. Изменяйте. Эй, вы там слушайте. Слышу. Эта штука называется лифт, а не туалет. Ничего страшного. Клянусь, я его знаю. Продолжаем. Так. Смотрю, куда нас. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Нет, я не хочу, чтобы в меня что-то вставляли. Так, тут какая-то штука. Куб забрать можно как-то. Ну давайте посмотрим сначала, что там. Понятно, непонятно, конечно. Но нам куб надо будет. Надо будет. Ладно. Смотрим, что у нас. Ага. Куб забрать. Как-то надо туда допрыгнуть будет. Только как? Там такой же пол. Блин. Так. Давайте сначала посмотрим, что это у нас. Так, это разбег. Понятно. Это у нас разбег. Надо желтый. Желтая, желтая, желтая. Опаньки. Все нормально. А туда нам надо будет. Куда мы полетим-то, я даже не знаю. Ну-ка, давайте посмотрим, что это у нас получилось. Что-то было. Не совсем понимаю, конечно. Но что-то там было. И... Взял? Нет, не взял. Чего-то не хватает. А чего не хватает? Где-то что-то, где-то прыгучесть должна быть. Так. Ну-ка. Вот так вот. Наверное, так. Вот так вот. Берем кубик. А куда нам кубик? Я бы еще знал бы, куда нам кубик. А, нам вон туда кубик надо. Так, я правильно принес? Правильно. Блин, все это обходить надо. Так, что-то я не понял. Ну-ка. Понятно. Угу. Так, надо. Хотя что я, вот же. Блин.
Так, 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 так. Опаньки. Так, у меня какой здесь? Оранжевый. Давай. Все. Ставим кубик. Смотрим, что у нас получилось. Так. Ну, получилось и... Так. Блин, сюда надо чего? Желтую. Давай. Теперь мне нужен разбег. Так. Ну, как я понимаю, вот так. Поехали. Вот так вот. Интересовало мое предложение. Здорово. У нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам собрать вас на части. Мы здесь ни камни перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Конечно. Полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Да сейчас. Не хватало еще. Так. Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку и человечество. 78-й год. Признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 – неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Карлайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор? Чё это? Так. Ну-ка, отойди. Так. Блин. Ладно, хоть я еще знаю, что такая штука есть. А если бы не знал, так, как мне тут? Ой, мама, не горюй. Упадешь, костей не соберешь. Так. Я думаю. А правильно. Откуда я знаю эту женщину? Я убила ее. Или... О, боже. Слушай, ты отлично справляешься. Очень даже. Можешь пока поработать одна. Мне надо подумать. Я убил. Так. Все механизмы запущены. Ой-ой-ой. Так, первое препятствие я прошел. Второе препятствие где? А куда мне надо? Так, мне надо наверх. Так. Куда, куда? Понятно. Так, здесь у нас ничего, ничего. И никого, никого. Никого и ничего. Так, ладно. Не совсем понимаю, но мне, наверное, запрыгнуть надо куда-то. Куда запрыгнуть-то? Ну, включил я все. Что тут еще-то надо? О! Так. А как мне туда?
Ой-ой-ой, там еще скорость надо. Так. Как мне туда попасть? Хоть намек бы дали. Наверное, вот так вот. Да, блин, не так. Вот так. Так, теперь надо бежать. Пробежал. Здесь выход. Птичка. Здесь, ага. Вот и славно. Думаем дальше. Куда это мы? А куда нам надо? Что-то не понял. Не туда, что ли? А куда нам надо? Так. Не пойму. Блин. Куда мне тут бежать-то? Я как понимаю, мне пойти туда наверх надо как-то попасть. Так вот. Вот так вот. Добро пожаловать в центр развития. Добро, добро. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Куда тут? Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Конечно. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Занимаемся. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Каролайн, пожалуйста, принеси мне еще более удачи. Ну что ж. Какое у нас испытание ждет следующее? Водичка. Водичка, водичка. Что у нас здесь имеется? Мы не можем выпрыгнуть. Эта водичка, по ходу дела, позволяет нам порталы строить, да. Ой, как делать? Ну-ка, еще разок. Что-то я не понял. Понял, что куда-то ее надо наливать, по ходу дела, или что-то еще. А только куда, пока еще не определился. Так, мы пришли отсюда.
Да куда, куда нам надо? Что за пена, пена, пена? Давай, все закрашиваю. Что еще у нас еще не осталось? Не закрашено, закрасим сейчас. Давай. Во. Нормально так. Красим. Все покрасили, да? Ну и замечательно. Так, при помощи этой хрени нам надо путешествовать, только куда нам надо? Я пока еще так и не понял. Так. Буль-буль-буль-буль-буль. Прекрасно. Ну ладно, хватит. Я как понимаю, нам куда-то надо. Давай, опа. Так. Все. Вот здесь мы все забили. Закрасили. Так, хоть бы намек дали. Я понял, что надо куда-то нам наверх, надо будет прыгать. Так. Ну-ка. Вот так. Вот так. Где-то так. Нам надо вон туда попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, здесь у нас полный порядок. А туда нам надо попраться. Так, пройтись, пройтись посюда, потуда, посюда.
Отсюда нам надо будет запрыгнуть туда, поэтому нам надо залезть вот на эти столбы. Я так понимаю. Так. И как нам это сделать? Что у нас тут еще-то можно закидать? Хватает мощей. Так, ну мне кажется, вот тогда трамплин. Вот этот трамплин по-любому сюда. Так. Надо красить вот эти... А, вот, можно красить стены же вот так вот. Да, по-моему, вот так вот. Вполне вероятно, да, что можно. У меня хоть получается. Да. Так. Теперь я здесь. Я должен прыгнуть вниз, чтобы вылететь вот с этого портала. Вот так вот. Опаньки. Ну ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь. Мне не нужны твои проклятые лимоны. Что мне с ними делать? Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он выразил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Знаете, кто я? Картирование головного мозга, искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Карлайн. Так, а куда мне надо? Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Скажу, и запишите это на пленку, чтобы все... Впихните ее в компьютер, черт возьми, не важно как. Отлично, испытание закончено. Так. Можете вернуться на место. Угу. До свидания, сэр. Я высоко поднялся. Мне хоть сюда надо? А тут нехрен делать. Ага. Выше, значит. Так, что у нас выше? А где у нас стена-то? Двадцать девять семьдесят пять. Ага, не достал. Ну ладно, будем потихонечку продвигаться. Главное, что на месте не стоим. Так, что у нас дальше? Вон туда. Давай. Вау! Блин, я думал, разобьюсь. Да твою ж там это. Так. Сюда мне? Почему сюда? Мне кажется, надо выше. А как выше? Как выше-то?
Или кнопка какая-то где-то есть. Или мне куда-то надо бахнуться, чтоб оттуда вылететь. Чтоб оттуда вылететь. Вот так вот, наверное. Так. А отсюда прыгать. Блин. Еще разок. Еще разок. Пробуем. Вот так. Фу. Так. Сюда я попал. А дальше-то? Не вижу ничего такого. Но, предположим, здесь я сделал. Так. Надо выше, да? Выше. Блин. Да подожди ты. Да нифига не так. Ах ты, ёж твою мать-то. Вот так. Давай назад. Назад. Да нет, не получается. А если там? Там может получится. Ага, там перил вообще нету. Как быть? Как же быть? Нашел. Нашел, как быть. Надо туда еще будет стрельнуть, попасть, умудриться. Так. Блин, не так, не так, не так, не так. Ага. И вниз надо было стрелять поди. Как тогда? Так. Опа. Попал. Приземлился. А, вот и дверка. Фух, блин. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!